Сегодня мы расскажем о том, как можно успешно лечить суставные болезни с помощью простых и доступных средств. Гусиный жир в чистом виде наносим на проблемный участок, закрываем целлофановой пленкой и укутываем теплым платком. Такой компресс рекомендуется держать в течение ночи. Курс терапии рассчитан на 3-4 недели в зависимости от состояния больного. В составе данного продукта присутствуют жирные кислоты, селен, витамины группы В и витамин Е, а также магний, медь, натрий и цинк. Благодаря им гусиный жир укрепляет защитные силы организма, устраняет отечность, купирует воспалительные процессы и помогает полезным веществам проникнуть глубоко в ткани. 2 столовые ложки плодов шиповника заливаем стаканом воды, а когда напиток настоится, добавляем в него 10 граммов кристаллического желатина. Тщательно перемешиваем до полного растворения, после чего убираем в холодильник. Полученную застывшую массу необходимо съедать утром натощак за 30 минут до завтрака. Желатин содержит коллаген и множество других элементов. Он способен восстанавливать хрящевую ткань, укреплять кости и положительно влиять на состояние опорно двигательного аппарата в целом. 30 граммов лаврового листа измельчаем до порошкообразного состояния и заливаем одним стаканом подогретого подсолнечного масла. Настаиваем в темном месте в течение 3 недель, после чего процеживаем и используем для растирания больных участков. Лаврушка устраняет воспаление, снимает отеки, выводит токсины и минеральные соли.